Всем привет, друзья, канала Агроземледелия. В общем, сейчас покажем, как мы успехи наши в облагоустройстве территории при мастерской. Так, вот так вот бетоном вчера сделали отсыпочку. Идем. И тут, опа! А тут уже крошка отсыпана. И она такая мягенькая. О, Леха, ты что сбегаешь? А ну не шкодничай. А то глянь какой. Быстро сейчас на место поставлю. Леха, ты глянь. Нашелся уже командир тут. Значит, сейчас будем возить крошечку. И он, Дмитрий Александрович, на перекуре. Будем от этого отсыпать. Иди сюда, Леха. Иди ко мне. А ну поздоровайся с подписчиками. Давай. Вот так. Вот ты мой умничка, хороший. Я тебя не обижу. В общем, такие это дела, друзья. Сейчас перекурим и погнали дальше. Дорожники 21 века. Вот так вот Дмитрий Александрович это все делает. Я вожу. Ну что, нормально получается. Сейчас еще виброплитой пройдем. Вот она, виброплита. На канале есть обзор. Самодельная, отличная. Делал ее давно. Года 4 назад. А то и больше. Ну, как всегда, работаем по стариночке. Грабли. В общем, я набираю, вожу. Димон здесь. Ковшом, где чуть подровняю, где еще чего, а основное Димон делает. В общем, такие это дела. Сейчас солнышко прогреется, нагреется. Жарко сегодня. Обещали 20 тепла, но, по-моему, все 25. Жарит не по-детски. Че, вот это разгорну сейчас трактором, да? Ну, сейчас. Давай я трактором разорну, сейчас я камеру поставлю. Вообще шикардос будет. В общем, смотрите, как классно получается. Тот раз зацепил, вот предыдущий рейс, наверное, тонна 200 где-то было
Я думал, икун сломается, потому что колеса задние вообще не касались. Чисто на переднем мосту ехал. Без передка ни вперед, ни назад. Там еще уклон чуть-чуть. Я аж ковш бросил, Дим. Думал, сейчас меня это перекинет. Че, грабарку брать? Все, друзья, давайте отключаемся сейчас грабарочку и будем дальше кидать. Так, разровняли, сели на перекур. Вот такая картиночка получается. Мошка летает. Ну, в натуре сегодня жарко, вообще раздетые работаем. Прям палит, как вроде перед дождем. Но дождей не обещают. Ну, пускай греет солнышко, земля прогревается. Скоро уже кукурузу надо сеять. Пока еще земля холодная. Как раз через недельку и пойдет. Где-то мы планируем числа 10 сделать вторую культивацию предпосевную. И 11-12 уже начнем сеять. Вот такие, друзья, дела. Сейчас перекур и виброплиту запускаем и работаем виброплитой. Ну, покажем вам, как это будет выглядеть, все покажем. Пошла жара в хату. Обалденно. Виброплита уплотняет, даже видно. Итак, покатаемся ней, нам спешить некуда. Разворачивайся вправо, Дим. Отдает в ноги. Вот здесь стою и слышно. Самодельная. Кому интересно, заходите на канал, смотрите ранние мои видео. Она как до определенной плотности, она сама потом движет.
В общем, так. Здесь прошли, ту дорожку прошли. Осталось чуть-чуть. Греется. Долго нельзя работать. 20 минут. Этот виброплита. Но надо понимать, что охлаждения-то нету, ни вентилятора нету. Она не рассчитана, этот мотор, на длительную работу. У меня уже таки грешным делом мысля возникла сделать побольше виброплиту, отвал отбора мощности на этот, на Синтай, чтобы где-то с метр захвачивало. Ну, может, чуть больше. Леха блок гоняет, блоки его кусают. Да, Лешка? Че ты? А ну привет передай. Иди сюда. Ты привет будешь передавать? А? Че ты, смотрящий, да? Да не трону я тебя, не боюсь. Давай, давай, вот так. В общем, доделываем. Сейчас остыла виброплита. Значит, на сегодня все. И, наверное, пускай денька 3, 4, 5, я не знаю сколько. Ну, надо по жаре от этого еще, когда прогреется, надо еще пару раз пройти. Ну, а так, в принципе, друзья, видос вообще прям кардинально поменялась обстановочка. В общем, всем пока. Подписываемся на канал, смотрим. Скоро выйдем в поле. Петь кукурузу. Все, друзья, всем пока.